Абдулрашид Садулаев выступит на турнире памяти Али Алиева в Каспийске. Об этом в интервью с сайту Федерации спортивной борьбы России сообщил главный тренер сборной страны Дзамбулат Тидиев. По словам наставника, олимпийский чемпион из-за простуды был вынужден пропустить турнир в Италии, прошедший накануне. Поэтому принято решение, что именно мемориал Али Алиева станет для Садулаева проверкой сил перед Олимпийскими играми в Токио. Напомним, что турнир в Каспийске пройдет с 25 по 27 июня. Участие в этих соревнованиях подтвердили 12 зарубежных стран. Кроме того, хозяева ковра, дагестанцы выступят двумя составами –